Я считаю, что решение о том, что открыть проход между как раз Кутафьей башней и сделать открытый проход к Спасской башне, он обоснован. Опять-таки, первое, потому что люди, они действительно испытывали дискомфорт в прохождении, они тратили огромное количество времени, там полчаса 40 минут, чтобы обойти вокруг и посмотреть Кремль с другой стороны. И по статистике, по опросу, народ действительно поддерживает эту инициативу. Это, опять-таки, вся информация тоже есть в интернете. Плюс к тому же, можно сказать, что сейчас мы находимся на таком переходном моменте, когда мы возвращаемся к своим историческим корням. Мы начинаем вспоминать свою русскую историю, больше в ней разбираться. И вот это как раз момент о том, что будет восстановлено в историческом облике монастырь и церковь, да, то он тоже как раз пойдет только на пользу. А для администрации можно найти и другое место, то есть это не проблема.